Надежды Савченко сразу после суда по делу Рубаной, что показательно, накануне рассмотрения в регламентном комитете вопроса о ее аресте, собрала пресс-конференцию. Нардеп призналась, что действительно причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий. Более того, она подтвердила, что вела переговоры об организации взрывов в Верховной Раде. Но, по словам Савченко, это была вовсе не подготовка к теракту, а некая спецоперация. Причем планировала она ее вместе с загадочными объектами А и Б. Ми розробляли і розставляли схеми, де можна, як можна, якими методами можна ліквідувати верхівку влади. Все це об'єкт А постійно нотував. Я навіть підтвердила інші ідеї. В парламенті від колег, коли я жартувала на цю тему, а чи не двинуть би сюди гранатою, колеги порадили краще в фільтрову систему запустити газу.